Всем привет, с вами, как всегда, я, и я надеюсь, вы снова рады видеть меня здесь. С вами, как всегда, Assassin's Creed, и мы продолжаем с того места, на котором остановились в прошлый раз. Смотрим, что у нас за задание следующее сейчас будет. Нам в ту сторону. Если вы помните, мы только-только сперли 4 бочонка с порохом. И сейчас будем уже выдвигаться и смотреть, что же есть еще за задание и что там будет надо делать. Задание избавиться от Коммодора. Парни, шустрее! Чёртова пенька! Лейтенант! Есть! Коммодор считает, будет бунт. Он приказал затопить все пиратские корабли в этой гавани. Немедля! А воля губернатора? Это прямой приказ, солдат. Отправляйтесь на пришвартованный галеон и ждите дальнейших приказаний. Вам всё ясно? Вот коварное отродье. Перережем ему глотку, пока он не протявкал свои приказы. Думаешь? Не то застрянем без хода. Придется убить. Да вы же рехнулись! Я не собираюсь убивать Коммодора, слугу короля! Тут рисковать никак нельзя. Иди, я дождусь. Как всегда я. Ну ладно, попробуем убить этого Коммодора. Итак, В, чтобы использовать орлиное зрение, найти Коммодора, выследить и уничтожить его к чертям. В принципе, можно было бы это сделать спокойно и так, то есть просто застрелив его и убежать к чертям. Но мы же должны это сделать, как всегда, тихо, поэтому будем стараться это делать тихо. Здесь куча стражников. Мы входим в запретную зону, сэр, как всегда. Мы с донесением для Коммодора. Дело срочное. Да. Роджерс и Чемберлен, похоже, рассорились. Но из-за чего? Думаю, Коммодор невысокого мнения о местном. А еще ходят слухи, что Роджерс якобит, или даже католик. Что еще хуже? Бывает и хуже. Не, ну это совсем нечестно, на самом деле. Хорошо! Ладно, ребят. Так. За нами вплотную у Коммодора есть работа, окей. Круто, он расстрелял всех своих. Так, нам на самом деле надо быстрее пройти вперед. На чем свет стоит? Из-за чего они сцепились? Тише, друг. Не гневи меня нахер. Он бывает непредсказуем. Быстрей. По правде, я больше боюсь Коммодора. Он серьезный малый и шуток не любит. Так, почему они всегда хотят меня заметить? Это прям вообще нечестно. Ну. Чувак, завязывай на меня пялиться. Шали, ребят, вы сами виноваты. Стараемся это сделать аккуратно. Непонятно, каким он. Макаром.
зацепился. Ну окей. Итак, нам надо вперед прыгнуть, как только они пройдут, я думаю, что это будет логично. Типа вот так. На позиции! Снимаемся с места по приказу коммодора! Это плохо. Но главное, чтобы они не успели меня заметить. Так, привлекли стражника, он что-то заподозрил. В целом все отлично. Продолжаем слежку. Нам нужно убрать, скорее всего, того здоровяка. Он в каком-то смысле будет мешать. По крайней мере, у него больше вероятность нас заметить, нежели у самих. Ребят. Так, здесь надо... Надо сделать все это дело аккуратно. Убейте командора. Окей. Давайте это так дело и сделаем. Не успел я уклониться, к сожалению. Так. Командира, командора. Окей. Минус трое. В принципе, более-менее нормально, пока живой. Так что все. Так, взять боеприпасы, давай. Возьмем что-нибудь полезное. Вот я взял пули, дротики. Все супер. Вообще непонятно, почему он... Вот, он запрыгнул, когда мне уже было не надо. Так. Надо на этот корабль забраться и уже убить этого негодяя. Надеюсь, при этом... Окей, видимо, без боя не прорваться, все как всегда. Стараемся хотя бы это сделать более-менее тихо. Итак, что мы, собственно говоря, можем? Я не потерплю того, чтобы эти крысы шастали по острову, задумывая убить нас. Готов. Ох, как мы ему горло перерезали. Ой-ой. А вот и коммодор. А королевское помилование, коммодор? Что же стало с верой в честное слово? Совсем умом тронулся? С чего бы это нам защищать всякое отребье? Вы, чертовы паразиты, наживаетесь на честных людях. Не хуже вашего короля Георга. А ну не забывайся! Ты можешь отнять у меня жизнь, но твоя не станет лучше ни на грош. К чему все эти разговоры? Если бы не этот дикарь, губернатор Роджерс, я бы всех, кто тут есть, развесил на траверсах. Червяк! Всех вас! Вот так вот мы убили капитана. Ну, давайте поедем к следующей миссии. Фиг с ними, с оценками. Мне уже, честно говоря, надоело оценивать их каждую оценочку. Оу. И будем просто... Hold you! По-тихому веселиться. Темновато, кстати, в игре, насколько я вижу. Ну ладно. Я думаю, это не столь большая проблема, на самом деле. Так, что нам надо сделать? Нам надо переместиться к следующей миссии. Посмотрим, есть ли там ближайшие точки, чтобы нам не бежать просто к этому. Да, ближайшие точки, в принципе, есть. Я вот не знаю, только вот... Нет, можно только поставить метку, переместиться, видимо, нельзя, да? Да, это обидно. Ну ладно. Будем просто бегать. Говорится, что делать-то? Выбор у нас все равно не особо большой. Ой, падай, ты зачем в воду было? Ты что? Зачем ты это сделал? Так, вот там где-то была музыка. Вроде бы. Давайте с ребятами подеремся.
Stand still. Правда, что ли? Можно, а можно я не буду стоять спокойно? Можно я просто вас убью? Как-то так. Берем. Грабим, так сказать. На Насау мы собрали 7 сундуков из 22. Это и ни много, и ни мало. Это почти... относительно большое количество сундуков, на мой взгляд, но на самом деле оно не особо большое. Тайны Насау, мы взяли рукопись. Я думал, что это песня. Честно, я реально думал, что это песня. Ну ладно. База данных Анимуса. Давайте прочитаем, что... Ну и нифига. Ну и ладно. Так, схватите, ограбить посыльного. Так, что-то он, я вам скажу, шустро бегает. Ой, случайно взял музыку. Так, чувак, ты что-то реально шустрый. Эй! Да что ж ты такой быстрый-то, ё-моё, а? Успокойся уже, остановись, все равно у тебя без шансов, я тебя все равно ж поймаю в итоге. Эдвард, не тронь меня! Я ж никому не враг! Ну так а зачем бежал тогда? Нет, вот где-то здесь музыкальный листок. Вон он, кстати. Ай, не успел выстрелить. Ну, у меня два пистолета, поэтому могу себе позволить лишние выстрелы. Тем более он сам виноват на самом деле. Так, спускаемся вниз. И летим, летим, летим. Блин, не успею, все. Упустил свой шанс. Опа. Она от меня, походу, все-таки улетит. Да, видимо, не судьба. Хотя, может быть, я и успею. Вот такая. Да, успел, надо же, смотрите-ка. Шанти Насау, 4 из 5. Отлично. Что это за песенка? Рэнди Дэнди. Окей. Будем слушать музыку из Дэнди. Так, ну а пока мы быстренько перебегаем к следующей миссии, и на этом уже, скорее всего, будем заканчивать. Ну, в смысле, на следующей миссии. Кстати, на всякий случай, ну так, не знаю, мне... Хотя, ладно, не важно. Буду просто проходить. Так. Смотрим, что у нас новенького. Новенького у нас ничего. Вот здесь, кстати, можно разведать. Давайте сразу разведаем, пока мы, так сказать, это можем сделать. Почему бы этим не заняться? Тем более, я думаю, что вы будете не против, если у меня будет разведана вся карта, и я смогу спокойно все видеть. А так как Насау наш дом, нужно здесь все осмотреть. Итак, куда же мы собираемся? Сейчас мы включим карту и посмотрим. Задание, ага, вот я даже вижу, куда мы таки идем. Ой, как больно. Но здоровье восстановится, ничего страшного. Так, у нас есть бочки с порохом. И мы будем теперь делать брандер. Коммодор мертв, все готово. Почти. Загвоздка с галеоном, потому что пора. Проклятие! Прикурить думал, кретин! Тут пороху хватит, чтобы весь Нью-Провиденс взлетел на воздух! Отстань от меня! Да что ж такое? Так вот, на борту нашего галеона краснопузые. Освободим его и прорвем блокаду при помощи пушек.
Ну что, давайте-то я сейчас, как только я загружусь, видимо, мы все-таки постараемся это сделать, потому что мне будет минимум интересно опять прорывать блокаду. Особенно с краснопузами, как он выразился. Посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, что это будет. Защищай Брандер, иначе нельзя. Чтоб каждый парус наполнился ветром. Эти воды охраняют, сэр. Идем тихо. Окей. Так нам надо. Рита на подходе. Смотри. Последний чистит днище. Сможем мы по нему попасть? Блин! Не сможем. Подходящая дистанция. Опа. К бою готов, сэр. Блин! Черт, мимо. Держи. Блин! Да, да. Зал, готов к бою, так, сэр. По этим попал отлично. Спустить бомбы Марселя и Марселя. Осталось попасть на землю. Они уязвимы здесь, надо бить. Готово. Он идет ко дну. Можно украсть. Тем более, что там зажигательные снаряды. Так, пробуем сейчас сразу поразить несколько целей. Блин! Удачная позиция! Блин! Сам нам поможет! И дорога! Украли. Быстро топим еще два корабля. Удачная позиция! Быстро-быстро-быстро, давай-давай, разворачивай. И блин! Подходящая дистанция! Готово. Защищай Брандер, иначе нельзя. Так, а почему здесь какая-то фигня? Ну, ладно. Так, надо за Брандером быстренько проследовать. Лисили под... Рифы отдать все, вперед! И не попасть вон по тем красным точкам. Так. Плохо дело. Еще один. Они уязвимы здесь. Надо бить. Да. Хорошо, водичка. К бою готов. Так. Блин. Ваты и дорога. Ну, стой. Хороший залп нам поможет. Блин. Идем на столкновение. Идем, идем. Ах ты ж, зараза. Блин! Так, следующий. Оба-на, следующий-то, вот он где. Блин! Удачная позиция! Готово. Так, украсть, ограбить, все отлично. Также можем попасть, попробовать, если развернем корабль в нужную для нас сторону. Готово. За нами корабль, сэр! Блин! Стреляйте прямо туда! Приготовиться! Так. Накидывай! Пока более-менее отлично не проходим. Не дайте потопить Брандер, это наш шанс. Но Брандер довольно сильно атакует. Все паруса отдать! Так, бам-бам! Я вот не знаю, это что за корабль. Блин! Ну, видимо, это был враг. Глотни водички! Брандер вот-вот взорвется! Уходим, капитан! Оу-оу-оу! На рей! Спустить паруса! Рифит все Марселя! Мы прорвались! Покончим с ними и уйдем с победой! Давайте, ребят! Так, я думаю, что можно спокойно использовать свои лучшие орудия. А лучшими у меня на данный момент являются именно вот эти мортиры. Наносят мортиры больше всего урона. Уходим, 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 уходим! Так, нас почти не зацепило. И это еще не все. Эх, стреляйте вон туда! Блин! 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 На абордаж-то! Так, эти два корабля готовы. Чем можно было действительно на абордаж сходить, но... Обрасовки дрейфера! Это не водички! Так их, да! Паруса отдашь! Что, ребятам и так неплохо достанется. Убавить паруса от пули! Рифы! Рифы, брат! Сам! Стреляйте прямо туда! Свободу! Меньше ход! Уберитесь из блокады, это окей. Это вам не бриз, сэр. Блин! Не выйдут их, друзья! Все паруса!
Так, надо аккуратно пройти мимо этого всего. Пока мне это удается. Все отлично. В целом мой корабль более-менее в нормальном состоянии. Мне это тоже нравится. Будем пробовать разбить корабли. Не выстоять, да, я догадываюсь. Попали, сэр! Держись! О-о-о-о-о, уходим, 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 ребят, уходим. Блин! Выстрелили залп, уходим сразу. Выстрелили еще один, уходим опять. Да-да-давай-давай-давай. Ура, за скалу. За скалу мы спрятались. Спусти паруса! Марсель! Не успеем уйти. И... успел, удивительно. Так, против нас три корабля, очень сильных, мы с ними не справимся. Все паруса! И нам нужно разворачиваться паруса, быстро так, идти. За скалами блин! Прятаться, потому что у нас нет другого выбора. Элементарно. Бой готов, сэр! У них много пушек, отходим! Накидывай! И пытаемся выйти. Так, добраться там. Километр примерно было, я видел. Пытаемся выйти. Классный музон сейчас идет. Я надеюсь, что мы это сделаем. Потому что, в принципе, мне уже ничего не угрожает. Полкилометра осталось до места выхода. И эти ребята меня в любом случае не догонят, потому что у меня более шустрый корабль. Но в целом нас немножко потрепало, мы можем это заметить по нашему флагу. А так все прошло вполне себе отлично. Трави, накидывай! Yeah! Вот так заваруха. Горите, подлецы! Yeah! Yeah! И к черту помилования! Так радуются, будто добычу взяли. В общем, как-то вот так. На этом заканчивается, в принципе, эта серия. Всем спасибо, кто смотрел. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Всем удачи. С вами был, как всегда, Дезертир. Пока-пока.